ритуал на похудение, на крещение, на воду. К Иисусу. На любую воду, именно в крещение, сказать. Но объем не менее 1 литра. Лучше всего речка. Вода, вода, бежит всегда, всегда струится. Вода, ты всегда стройна, растолстеть не можешь никогда. Тебя много или мало, ты всегда стройна. Иисус, в твое крещение благослови воду так, чтобы любая вода, которую пью весь год, меня бы стройным делала. Прошу заклято. Вся вода, которую будете пить год, будет забирать вес. Если дома делали, воду вылить на землю, можно с окна. Если у реки, озера, просто уйти. Если срочно нужно скинуть вес, то так и сказать. Но в ущерб здоровью не будет. Тут всегда будет решать здоровье. Можно вам быстро скидывать или нельзя? Решаете это не вы, а тот, кто исполняет.